городе Снежногорск. Это самый молодой город за полярным кругом. В этот год ему исполнилось 50 лет. Это не такой большой город, но у нас есть два регулированных пешеходных перехода. Вот на этом месте переход главной дороги города. Первый светофор установили в 1991 году. Позже его заменили на светофора современной конструкции. А на этом перекрестке вблизи начальной школы в 2008 году. Скоро я пойду в школу, мой путь будет безопасен.